за жизнь его тогда не дам из самой ломаной гитары. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке среди совсем чужих миров. Слишком ненадежных вести, не дожидаясь похвалы, мы перья белые свои почистим. Когда деревня Судан сулит дорогу нам к острову, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу. Эпиграф первый. Он поэт. Этим интересен девки у соседнего костра. И не надо петь военных песен, что она почти мне как сестра. Про меня ходило столько басен, слухов и похабных эпиграф, что теперь я девкам не опасен, не опохмеленный. По утрам я того гляди, сыграю в ящик. Есть такое мнение в кусте. Интересно, эти девки пляшут. Интересно, как запляшут те наши КСПшные попетки, тормозной качают парашют. Интересно, пляшут эти девки. Так они ж еще к тому поют, и торчит апострофом наружу чуткая, ранимая душа, чтобы, вынимая эту душу, мне возить Майданом по ушам. Чем еще любезен я народу? Чем еще я девок развлеку? Например, теперь я без бороды, с фотоаппаратом на боку, как ведется, с лейкой и блокнотом я несу свой крест и пьяный бред. Долго Джонни Вокер по болотам и на видном месте лейбл Red. Ах, Калуга, времени упасть, мани, депрессух и паранойя. Красную австрийскую палатку. Обходите, девочки. Эпиграф номер два. Я читаю прямиком. Даже тем, с кем не знаком. И поэтому являюсь я дурацким дураком. Голова моя пуста, как пустынные места. Я куда-то улетаю, словно дерево с листа. Сказал же то. Да ладно, ладно. Ты же сказал, что знаешь, где стоит он. Вступление. Уберите подушечки. Были пиво. Высоким штилем говоря и думая высоким слогом, я эту жизнь прожил не зря. Опля! А проще говоря, сейчас оправдаюсь перед Богом. Опля! Что кроме денег и девок можем мы сейчас? Пойми меня, мой современник. Поэт, почти пищеваренник. Певец. В руке держащий денег. Поэты списаны с нас. О, господи!
обас издаст. Любовь, понимаешь? В стране разрухи и наживы. Нормально. Средь резниченок и попух. Мы живы, Господи. Мы живы. Мы счастливы. И мы счастливы. О, донор Вета. Куст колу. Брезента и гранита. Вот здесь брезент, а здесь гранит. Не короли, но и не свита. Жизнь лупит нас, и нами бита. И у разбитого корыта мы открывали наш саммит. Наш ты сам, Дольче Вита. Правы ли мы или не правы, что апельсин не поглажал? Мы катим в зал калужской славы шершавый шарик для забавы под крики славных калужан. Экспонат номер один. Ария, лишенных слуха и голоса, или песня вечного мистера Х. Забитого, двух небитых. За белую ящик красный. Самый прекрасный из всех пропитых. Самый пропитый из всех прекрасных. Мы, наливая пшеничный сок, говорим дорогое слово за самый оперный голосок. Витеньки Станового. Устал теряться у бандитских малин. У Витьки сердце, вот такой апельсин. У Витьки печень, просто полный атас. Гордиться нечем. А не лучше. Экземпляр номер три. Русское застольное. Как уже номер три? А два вообще. Ребят, сейчас мы экземпляр номер два потеряли. Прав. А кто, ты был экземпляр номер два, кстати, не знаю. Нет. Между прочим, ты был экземпляр номер два. Так, выключи камеру. Ладно, экземпляр номер три. Берите камеру. Экземпляр номер два уже был. Вот, значит. Нет, почему? А где номер два? А номер раз, а кого? Нет, ну давайте определимся в конце концов. Экземпляр номер два. Рановато было! Экземпляр номер два! Русская застольная номер 21. Она же пшеничная, столичная и калужская. Или дебют на эстраде группы «Толянушки Интернешнл» исполняется очень медленно. Я по прозвищу Птер, нам не дающий покоя и подающий хороший пример, тоже является нашей судьбою, тоже является нашей судьбою. Ходит за нами заради Христа с вечно горящей трубою. Тот, кто у нас командиром куста, тоже является нашей судьбою, тоже является нашей судьбою. Выпьем
по 170 грамм. Утром умрем с перепою. То, что запьяло команду нам, тоже является нашей судьбой. Жахнем! Жахнем! Вот, наконец, экземпляр номер три. Ну, там экземпляр номер два был, а вот экземпляр номер три. Русская застольная номер 22 уже. Она же русская лирическая частушка. Ну? На бутыль с пшеничным соком налетаю, как орел. Птицу счастья, птицу сока я недавно приобрел. А случится мне напиться, это сока, это птица с криком «Йоколамане!» сядет около на бедре. Экземпляр номер три. Штрих. Еще не песня, но уже частушка про кандидата в зал славы пуста. Воропаев, он бандит! Замечательно! Если сядет Воропаев, пусть он с нами посидит. Итак, экземпляр номер 4. Вот и встретились три одиночества. Или песнь о том, как творческий потенциал калужского, куста Калужский во многом зависит от Сани, Сережи и Димы, которым строго-настрого запретили собираться втроем, поскольку двое из них поэт, а один звукооператор. Здравствуй, Шурик. Друг сердечный. Заходи. Уже дожрались. Не, не поздно. Да, успешно. Все тебя, блин, дожидались. Брось ты эту табуретку. Скажи ему. Ты же звукоимператор. Ты у нас бываешь редко. Как сказал один филатер. Ты же лучший оператор. Лучший в музыке звукеев. Как сказал один Купатов по фамилии Филеев. Ты же, сука, чудо-звук. Нету звука, кроме Шуры. Где ж ты, Шура? С кем ты, сука? С кем вы, мастера? Такие бабы и портвейн. Три флакона. Как ты бы, я б тогда бы не стоял у микрофона. У тебя такие уши, украшения, компания. Вот бы мне такие уши, я бы был медведем Саней. Кто из нас медведем Саней? Мы уже не знаем Саней. И кивает брат на брата. Сам ты звукооператор, сам ты техника простая. Заждались у эстрады. Что, пора? Уже пустая? Наливай. Мы будем только рад. Ну, не хуже. Вот и встретились три одиночества два. Или песня о том, что творческий потенциал куста Калужский во многом зависит от Азика, Сережи и Димы.
которым строго-настрого запретили играть в карты с Петром Ильичем Чайковским или покойным. Ты сегодня мне привез на мизерь паровоз и сказал, что это классика. Ох уж эти мизера, я Чайковскому вчера проиграл Серегу Азика. Классика, классика, дырочка 8 балет. Классика, Азика, с нами уж нет. Ты прости, Серега, брат, был неправильный расклад. На руках-то было здорово. Ты прости, Серега, ас, но Чайковский пидорас. И не любит он Киркорова. Классика, классика, нам ли с тобою винить? Азика, Азика, не заменить. Но на счастье по утрам предложили мы Петру поиграть немножко в пьяницу. И Чайковского Петра с нами больше нет. Ура! Азик мальчиком останется. Пьяница, пьяница, Азик вернется на слет. Задницу, задницу, ландыш воткнет. Задницу, задницу, ландыш ты нам не втирай. Лучше ты в пьяницу с нами сыграй. Экземпляр номер 6. Мускулы, мускулы. Happy birthday to your или предложение руки и сердце и прочих частей тела неповрежденного Филатова. Есть женщина, а кажется, что нет на свете женщин, разве что Галина из моего ребра. Со мной едино есть женщина, а кажется, что нет у женщины того, на что присесть, того, что можно заключить в объятья, нет! Нету выходного платья. А кажется, что есть. Есть женщина. Ей и хочется винить себя и бросить пить. И шею помыть перед любимым, перед нею, а для начала ребра починить. Экземпляр номер 7. Занудный романс. Или песни о старом больном человеке, которому давно пора о душе подумать, а он все думает о нас, и конца краю этому не видно. Нет надежды на чудо, и повсюду враги. Командир наш зануда, помоги, помоги, сердцу грустно и тяжко, и тревожно в груди. Командир и Наташка, зануди. Все мы оппортунисты, и любой ренегат, командир наш неистов.
как собака гад. Хотел поезд обратно. Даже пьяную в дым поднимает в атаку. Он занудством своим. Чей задор не угаснет? Чей в эмблемах мундир? Он в занудстве прекрасен. Наш нудист. Честь калужского флага поддержал его сын. Да, на таких вот нудягах и стоит апельсин. Неважно то, что я немного груб, а важно то, что это очень мило. Как понимает апельсино-куб, меня родного апельсино-фила. Неважно то, что я с утра как труп. И вспоминаю, что со мною было. А был со мною апельсина куб с глазами, как у апельсина фила. Не важно то, что я веселым был, а важно то, что веселилась группа. Родные апельсино фила купа. Который апельсина купа. И путаясь среди своих имен, и выяснив, что это все едино, что ты, что я, что он, она и он, что наша слава, только апельсина. И наш задор, который наш запал, и наш запой, который дольче вита. И есть та дверь вот в этот самый зал калужской славы. Заходи! Открыто! Люди должны время, чтобы прийти, поздравить сами себя. Есть безумные в группе БИС, которые плевали на дачу, на укроп, на клынки, на их чубами вместе с Городинскими и Кольщами. И они пришли вас поздравить. Дорогие группы «Апельсин», вы хорошая группа. И вот на самом деле очень радостно то, что вы существуете. Спасибо вам большое. Поздравляю вас. Программа будет позже. Мы ее допишем, сформулируем. Да ладно. Соловьев! Гоните просто все. Соловьев! Без связи, что ли? Со связи.